Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то я немножко докачал силушку и решил записать видосик, попробовать на максималке. Есть уже у меня пандочка. Я его еще не доделал до того, что я хочу. Потом, думаю, сделаю обзорчик вам на максималке, что он может. Вот смотрите, нифига себе, нифига себе! Зафармил я 50-й левел также нашего батл пасса, забрал итемы. В общем, поехали тестировать. Будем сейчас смотреть, так как у меня сила большая, не такая, как на русском сервере, в 2 раза выше, даже в 3. Офигеть, в 3 раза выше, чем на русском сервере. Мы сейчас будем пробовать фармить с вами эту локацию. Lost Land она здесь называется. Единственное, что я соберу героев. Хотя поехали так, посмотрим. В принципе, у нас здесь ничего нас не жмет. Думаю, пройдем. Так, давайте возьмем сюда мишку этого. Мне интересно на него посмотреть. Поставим ему римочку. Ну, возьмем таких самых топовых героев, потому что мы попадем точно на таких же. Так, я не помню, какой тут огник. Сейчас надо будет таланты немножко пораставлять на некоторых героях, которые повторны. К сожалению, видите, там не видно всех. Так. Сделаем вот так вот. Такс. Окей. С этим разобрались. Поехали. Поехали собирать обратно. Посмотрим, что нас тут ждет. Не знаю, брать мать. Давайте возьмем, пусть будет. Пусть тоже будет. Окей. Так, теперь самое интересное. И некоторых героев. Давайте на него поставим ремочку. Проверим его предварительно. Он у меня не собран тут еще. Поэтому это так, предварительный тест. Посмотреть, как же он все-таки будет. Будет тащить, не будет тащить. Сейчас ему какую-то более-менее чарку поставим. Можно, кстати, суперсилу попробовать, посмотреть, как он будет с ней. Ай, блин, сменил чару новую. Ладно, хрен с ним. Поставьте лайк, чтобы у нас она выпала. Либо у кого-то из вас. Так, окей. Поехали, посмотрим. Посмотрим, что меня ждет на моей силе. Давайте возьмем такие герои без Феникса, Фрею, Овника и его. Ну тут понятно. Тут донатных пачек пока таких мега-мега сверхвау нету. Стартуем мы уже с вторых эволюций сразу. То есть у меня старт со вторых эволюций. Такс. Что, будем все на деф брать? Душики. Видите, уже вторые ава. Четвертая звездочка появилась у нас. Так, ну, берем атаку. Фарм синих и красных кристаллов тоже, в принципе, неплохо. Не так уж и много, как хотелось бы, но и это хорошо. Без разницы, на кого нападать.
Пока. И по центру. Чтобы посмотреть следующие две пачки. А пока, как видите, зефиров мы не наблюдаем, логников, как на русском сервере у нас было. Шапка. Будем повышать, наверное, точность все-таки. Так. Тут без разницы кого. Первый левел, он по сути ни о чем. Интересно, насколько у меня уже точность повышена. На 16. Так, ну воскрешать. ТП. Так, окей. Ну, сундук стандартный у всех. Вдруг сейчас встретим там Фрейю. Такс. Ребятушки. Вот оно. Оба, оккультист, Фрейя. О май гад, о май гад. Поехали. Уже с первой пачки здесь реально топчики. О, начинаются мои проседать, но у нас есть тайное орудие. Вот где применение у нас Мэри будет. Вот где Мэри, ребят, будет тащить. Так, смотрим, что здесь. Здесь у нас огник. Здесь у нас нету. Третьего я не могу. Ну, конечно, ой, точнее, зефир. Поехали, смотрим. Вот здесь, как видите, применение. Все-таки надо брать точность. И Мэри здесь реально пригодится. Я надеюсь, дальше будет еще интереснее. Поехали. Так, на 36. Increase точность Hero in Battle. Это общее у нас. Ой-ой-ой. Я не посмотрел. Надо было что-то другое. Надо было через низ идти. Так, тут у нас... Ну, пойдем сюда. Все-таки мне интереснее там, где огники бежать. 190-е. До свидания, мы им сказали. Так, улучшаем еще точность. Опять, блин. Видите? Надо все-таки... Так, зефир есть. Поехали. Вот она маскировочка, ребят. Вот она маскировочка начинается. Но недомогание сказала до свидания. У нас еще Ронин остался, нифига себе. Крит. Ну, крит нам по сути не нужен. Лучше атаку улучшим. Так, опять зефир. Вот это у меня, ребята, папандос. Одни зефиры. Что у нас Мэри? Не, вроде Мэри есть. Или нету. Или Мэри все, ушатали нашу Мэри. Да, все-таки да, нашу Мэри ушатали, ребят. Ушатали. Офигеть. Ну, конечно, бежим через зефира, только единственное. Давайте без Мэри попробуем. Давайте поставим сюда оккультиста. И вот тут у нас начинается полный трэш. Ну, у меня огненки есть. Ну, спасет ли нас это или нет? Вот это мы сейчас... 4500? Они что, моих героев посливали? Охренеть. Просто охренеть, ребят. Огник минус. Этот минус. Нифига себе. Нифига себе. Сказала я себе.
Так, резнул нам огника. Давайте возьмем сюда Бугича. Вот, вот вам. Я, честно говоря, офигеваю. 215-е. Воу-воу-воу. Что это такое? Это новый питомец. Поехали. Вот это кайф. Вот это реально неждан. Посмотрите на этого. Блин, я офигею. А что же у меня будет дальше? Вы чё, IGG? Это просто жесть. Это называется унижение топов. Посмотрите, что они делают с моими героями. Я в шоке. Но тут однозначно Мэри нужна. Тут без Мэри мы никуда не денем. Ну, просто пипец. Нас просто унизили. Ну, есть вариант. Так, Бугича выбираем. Ставим Мэри. Оккультист. Пусть будем без смотра, попробуем. Поехали. Вот это, конечно, да, ребят. Вот это приколы начинаются. Ну, прорывов там нету и скиллов там, соответственно, тоже нет. Так, у меня кого-то ушатали, что ли? Да, ребят, Мэри здесь будет тащить. Это Мэри, по-моему, нашу ушатали опять. Опять ее ушатали. Ну, у нас сборка на атаку. Сейчас надо ее переделать на деф. А вот теперь самое интересное. Сможем ли мы вражеского Зефира убить? У меня там есть недомогание вроде на ком-то. Да, отлично. Должен он сливаться по чуть-чуть. Жесть. Ворожея слили моего топового ворожея. Его просто тупо унизили. Я офигею. Прошли мы второй левел. Офигеть. Я офигею. Давайте теперь немножко соберем хоть героев. По-правильному сделаем их. Чтобы их так не сливали. Так, этот есть. Кто там у нас? А, у нас... Фу ты, у нас Мэри еще и сборка такая, что... Топовая. Она сливается. Да, ребята, да. Я офигею, конечно, с того, как героев раздают. Поехали. Следующий левел. Левел 3. Мне интересно, что здесь все-таки будет. Так, бежим сюда. Опять Зефиры. Уже 210-й левел стартует. Ой, ё-моё. Куда я зашел? Ну, здесь мы должны их, по идее, убить. Но это не точно. Сейчас обновимся. Блин, не обновил героев, не поставил. Тыканул. Ну, думаю, может, затащим. Посмотрим сейчас. Но это просто аут. Посмотрите, насколько у меня сильнее герои стали с моей силой. Просто IGG красавчики. Ну, в принципе, мне это нравится. Это хоть какой-то интерес и стимул к прохождению. Так, отлично. У нас слили Фрею. У нас слили оккультиста. Так, ну точности мне точно больше не надо. Давайте... Давайте резнем их еще разок. Офигеть просто. Просто кайф. Так. Мы пойдем. Мы не ищем легких путей. Мы идем через топчиков.
Сколько там Мэри прилетело. Я офигею. Я просто офигею с того, как ее просто налегке ушатали. Офигеть, ребят. Жесть. Я смотрю, там нули, значит, там стоит выживание. Плюс маска, походу. Ну, недомогание однозначно здесь надо. Без недомогания и огненки тут хер что сделаешь. Посмотрите на его отхил. 363к отхила. Вы чё, бахнулись? Как я дальше там пройду? С моей силой это просто Unreal усиление. Что за хрень? Ладно, лабиринт, но здесь, в этой локации, мне не надо эти ресурсы, это все фигня. Но здесь, в этой локации, это просто пипец. Типа, хочешь силу? Получай, вот тебе результат. Офигеть, 363к отхил с каждой плюхи. Это пипец, ребята. Я не знаю, как его пройти. Хоть бери просто и беги через другого, потому что тут варианта просто нет. Тут не дамагай, тут пофиг, тут один отхил 363к. Я ему наношу за 10 ударов такой урон. Ну смотрите, у меня опять ворожея просто нафиг ушатали. Офигеть. И я не могу никуда дальше двинуться. Мне надо пройти именно его. Это офигеть. Что я могу вам сказать? Просто жесть. 2 ляма отхил. Я в шоке. Слегонца. Да, он себя хилит на фул. То есть он непроходимый для меня. Как бы я ни старался там, я не знаю. Буду, конечно, потом пробовать, но это... Вы сами все видите. Это бред. И времени здесь не так уж и много. Отхил 363к с каждой плюхи. Это не 20к, как себя хилит нормальный зефир. Шок. Легкий шок. Да. Браво, IG. Супер локация. Мне она нравится. Это, знаете, так, типа, если ты слегка задонатил, и ты надеешься, что ты здесь соберешь Мэри без доната, хрен тебе. Если ты не задонатил, тоже хрен тебе. То есть... Да, она налегке вроде как бы проходится, но без доната я не знаю, или они там элитную пройдут, а донаты пройдут ли здесь полностью все. То есть надо среднее выбирать, не надо качать силу, надо пару героев просто на аккаунт топовый, и тогда ты сможешь собрать. Половину только снесли, вот реально, а дальше просто он не идет. Мы можем нападать очень много раз, это все равно ничего не изменит по сути. Он себя хилит потом на фул. Ну, давайте попробуем. Может, а вдруг за 10 тысяч попыток? Я думаю, вряд ли. Это будет вечный бой. Единственный вариант сейчас попробовать сюда. Ну, а хотя, опять же, я не могу добавить сюда героя. То есть, мне надо сюда френд, мне надо сюда стрелок. Я в шоке. Ну, смотрите, 363к, это бред. Это просто бред. Ой, короче, так вот, ребят, будем фармить на бездонатных аккаунтах, либо на аккаунтах... Кстати, у меня второй же аккаунт есть, вот на нем там сила небольшая, вот на нем мы будем фармить. Можно силу даже не поднимать, просто прокачать некоторых героев топовых и не заморачиваться над этим. В общем, такие вот дела. Пишите в комментах, что вы думаете, кто докуда доходит, кто как проходит. Но я показал, что я на Сарделе зафармил фул, без проблем, на донатных аккаунтах очень серьезная проблема. То есть это просто нереальная проблема. То есть люди не могут дойти.
Не знаю, пишите у кого как, но вот тут вот явный показатель того, насколько здесь идет усиление. Всем удачи, всем пока.